Более 13 миллионов рублей взыскано с нетрезвых водителей с начала этого года. Об этом сообщает служба судебных приставов по Дагестану. По данному направлению было окончено свыше 400 производств. Кроме того, по более 100 материалам на должников был наложен арест на имущество. За вождение в пьяном виде законодательство предусматривает штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав.